Принимаете в своем старом НИИ проверяющую комиссию. Пока Саныч водит их по этажам, сломя голову, исправляете косяки, за которые можно получить неиллюзорных пиздюлей и вообще распрощаться с жизнью. Вася настраивает плазменный щит, чтобы мутанты-крокодилы не вылезли из подвала. Карл Моисеевич закрывает окна в туалете четвертого этажа глухими черными занавесками, ведь из них открывается вид на Париж 43-го года. Секретарша Юленька съедает особые документы, а заодно и компы, и всю серверную, и охранника Колю. Ты вовремя успеваешь вколоть ей ингибитор, пока она не потеряла весь контроль над собой, и напоминаешь про дыхательную гимнастику, психостабилизационный тест. Обнимаешь и утешаешь, а затем бежишь на 43.5/33 арегр-этаж и проверяешь распорки между полом и потолком, так как через него в наш мир проваливается другая вселенная.